У микрофона Георгий Черданцев и Константин Генич. На поле футболисты, все вместе. Это очередной матч чемпионата. Сегодня Манчестер Юнайтед встречается с Ньюкаслом. Сейчас у всех нас будет отличная возможность понять, чего стоит Манчестер Юнайтед. Захватывающая интрига у нас в этом году получается на финише чемпионата. Несколько команд норовят стать чемпионом, а одна из них сегодня на поле. И я уверен, что в оставшихся матчах они будут делать все от них зависящее для набора очков. И одновременно надеяться на промашку конкурентов в первой строчке. Хотят они довести мяч до верного, чтобы уж наверняка поразить цель. Отличный пас в разрез. Мяч за лицевой линией. Раньше его вводили в игру защитники, теперь это делает брат. Такими действиями игру не обострить. Отличная передача. Тут может что-то получиться. Выбили у него мяч. Кому он достанется? Шнедерле. И пошла передача. Ну что, игрок обороны здесь оказался в нужном месте и в нужное время. И это угловой шанс для Манчестер Юнайтед. Не стал ничего придумывать защитник, просто вынес за боковую. Душсантуш Авеев. Атака прервана, мяч улетел куда-то в сторону. Крис Смолин. Пока неплохо. Нужно выходить вперед, бей! Перекладина, но мяч в игре. Очень неточно, даже заострить внимание не хочется. Отобрали мяч у соперника, теперь можно начинать свою атаку. Манчестер идет вперед. Душсантуш Авейру. И они выходят вперед. Спокойненько закатывает мяч в сетку. Издевательски просто. Но ведь ему позволили это сделать. Позволили получить мяч, пройти к воротам и сделать то, что он сделал. Да, покуражился парень, но особо стоит отметить, конечно, его технику исполнения на высочайшем уровне. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Прекрасный подкат, без нарушений правил, и мяч у него. Неплохо действует игрок, мяч отобран, и что дальше? Пас в разрез, очень точно. Душсантуш Авейру добивается успеха Манчестер Юнайтед. Первый гол добавил ему уверенности, и он забивает второй, оформляя таким образом дубль. Самый нелюбимый счет Фабио Капелло. Какой-то, знаете, между собой. Атака прервана, мяч улетел куда-то в сторону. Момент! Забивай! Манчестер Юнайтед будет подавать угловой. Мяч летит в сторону ворот. Хорошая попытка, но прямо в руки вратаря. Неплохой заброс вперед. Надежно сыграно. Жаль, мяч не у него остался. Манчестер Юнайтед атакует. Не торопится арбитр со свистком, дает играть команда. Душсантуш Авейру. Защита надежно играет, мяч отобран. Судья добавляет 3 минуты. Минимум 3 минуты.
Душсантуш Авеев. Шнедерле. Любим. Возвращаемся на Олд Траффорд. Душсантуш Авеев. Манчестер в атаке. Да Сильва. Гол! Мяч в сетке. Думаю, что можно сказать, одна из команд развалилась. А другая, наоборот, собралась и доминирует по всем статьям. Команда сегодня забивает много, уже 3-0 счет, и матч еще не закончен. Это может быть опасно. Великолепный проникающий пас. Удар по воротам. Близко, очень близко. Игроки не скрывают своего разочарования. Да, разрыв по-прежнему велик. Одни не сдаются, а другие не отступают. Положение вне игры сигнализирует Лансман. Мемфис Депай. Замену проводит тренер гостей. Посмотрим, кто покинет поле. Да Сильва. Абамия. Две трети матча сыграно. Последние полчаса игры смотрят. Продолжают владеть мячом. Очень долго. Пора бы уже как-то обострять. Мимо бьет игрок. И посмотрите, посмотрите, как он переживает. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Убирать. Во время ближайшей остановки игры произойдет замена. Хозяева сейчас будут проводить замену. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. И как пробил. Команда готовится подать угловой. Вот это удар! Абамиян. Замену готовит тренер гостей. Да, это должно освежить игру, ну хотя бы немножко. Потерял он мяч, но кому он достанется? Тут может что-то получиться. Четверть часа еще играть командам до конца основного времени матча. Неплохо действует игрок, мяч отобран, и что дальше? О чем только защитник думал в этом эпизоде. Нужно забивать. И есть гол! После розыгрыша последовал великолепный пас и, как следствие, конечно, гол. Ну что же, разрыв растет, и это уже похоже на разгром. Да, и соперникам явно нужно как-то менять тактику. А у нас 4-0, то ли еще будет. Ну и провокационный вопрос, хотя ответ известен. Как думаешь, болельщики довольны сегодняшним матчем или очень довольны? Болельщики сегодня в эйфории. Команда добилась очень легкой победы. И можно танцевать и веселиться сразу после матча недалеко от стадиона. Это шанс! Забивай! Ох, какой гол! Какой гол! Понятно, что выпустив этого игрока, тренер не прогадал. По-моему, к концу встречи у защитников только одно желание осталось – поскорее услышать финальный свисток. Еще один гол в ту же калитку, и вот такое получается лидерство сегодня. Абсолютное и безальтернативное. Блестяще он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом.
Этот навес становится легкой добычей защиты. Тренер гостей готовит замену, по всей видимости. Игрок стоит уже у кромки поля, и сейчас арбитр даст отмашку, и футболист появится на поле. Атака прервана, мяч улетел куда-то в сторону. Мемфис Депай. Марко Верратти. Это может... Он накручивает соперников одного за другим. Удар! Добивается успеха Манчестер Юнайтед. Вот молодцы. Этот гол никак не меняет расстановку сил в матче. Однако порадовать своих болельщиков команда старается. И спасибо ей за это. Да, команда уже решила свою задачу, добившись весомого перевеса по счету.